Пятнашка Гриши Канатникова – гордость молодого человека. Машину подарили родители на день рождения. Парень оберегал многокопытного, как зеницу ока, ни единой царапины за 2,5 года. Меня никогда не останавливали, езжу всегда хорошо. Вернее, ездил. То есть колпак сразу разлетается на мелкие осколочки. У них, я не заметил, что у них там отвалилось, но, по-моему, что-то тоже было. Это случилось около полуночи 22 августа, когда молодой человек ехал из кинотеатра домой. Сотрудники из машины ДПС заявили, была обоюдка. Первая фраза, да, была то, что виноваты мы оба. В чем моя вина на данный момент, я не понимаю. На тот момент я был в таком состоянии легкого шока и не задумывался об этом. Как уверяет Григорий, гаишники даже оказали на него психологическое давление. В результате парень покинул место ДТП. Страховка, как известно, на такой случай не распространяется. Посмотрим видео еще раз. Вот авто Григория приближается к перекрестку. На горизонте показывается патрульная машина. Она стоит на средней полосе на аварийке. Поворотник не включен. Мигалки загораются в последний момент, одновременно с началом маневра. Ввиду невысокого качества видео, услышать спецсигнал невозможно. Григорий уверяет, что его и не было. Теперь Григорию предстоит оплатить ремонт своего авто. Мастерской насчитали больше 10 тысяч рублей. Пораздумав немного, парень все же решил отстаивать свою правоту при помощи друга с юрфака. От водителя автомобиля «Жигулей» было принято заявление о произошедшем ДТП. И сейчас в обстоятельствах аварии будут разбираться специалисты. Вот, кстати, пострадавший автомобиль ДПС. Форд оказался покрепче. Следы на нем практически незаметны. Как и машину Григория, его тщательно описали и составили протокол. Параллельно с рассмотрением факта о ДТП началась и служебная проверка, где будет дана объективная оценка действиям сотрудников ДПС. Служебная проверка, правда, может затянуться. Для ее проведения собирается специальная комиссия, а также проводятся всевозможные экспертизы.